Я иногда смотрю, конечно же, этот мультфильм, разумеется. Но вопрос в том, что когда я слышал слово «Роскомнадзор», мне уже хочется смеяться, потому что они столько сейчас глупостей наделали в связи с этим, там, с регулированием интернета, там они закрывали WorkMore, еще что-то, там несколько сайтов они закрывать пытались, вот вплоть до Википедии, если мне память не изменяет. Вот. Ну, конечно, ребята, просто представь себе, сидели себе такие полковники в ФСКН, там, в этом Роскомнадзоре, еще хрен знает где. Вот они сидят себе всю жизнь, там, я не знаю, берут себе взяточки какие-то там, арестовывают кого-то там направо и налево. И тут бах, их позвали и говорят, а теперь интернет. А они там не были никогда, и они не разбираются, что это такое. Вот представь себе, полковник открыл интернет, сткнул туда своим полковничьим пальцем, в общем, и получилась херня. Соответственно, я считаю, что Роскомнадзор лучше бы не соваться в такие вещи. А если и соваться, я много раз об этом говорил на разных совершенно передачах и буду говорить впредь, интернетом, проблемами интернета должен заниматься человек, который компетентен в интернете, который разбирается в интернете, который там бывал, который там живет, а не вчера пришел туда, вот с такими вот глазами, и давай тыкать направо и налево. Если при Роскомнадзоре будет создана какая-нибудь комиссия из вот молодых людей, любых, он по интернету их надергать вообще легко, как бы непринужденно. И вот с помощью комиссии, если они будут решать такого рода вопросы, и в том числе про мультик «Саус Парк», который показывается, насколько мне известно, поздно достаточно. Да? То есть там малолетние дети совсем, увидеть его, если и могут, то с одобрения родителей, прям так скажем. Вот. Запрещать там нечего. Я считаю, просто нужны люди, которые борются вот с такого рода вещами, должны быть компетентны. Я считаю, что Роскомнадзор некомпетентен без специальной как бы, вот, комиссии экспертов, которые в этом разбираются. Если они будут дальше продолжать заниматься такой ерундой, их никто всерьез воспринимать не будет, у них, конечно же, ничего не получится.